В Академии наук Республики Татарстан прошел второй съезд учителей истории общества знания. Мероприятие открылось с приветственного слова ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова. Велика роль гуманитарного образования. Как бы вы ни говорили об инженерном, медицинском образовании. Вот вопросы, которые связаны с гуманитарным образованием, они заново выходят на передовые позиции. С приветственным словом также выступил заместитель премьер-министра, министр образования и науки Республики Татарстан Рафис Бурганов. Труд педагога в принципе ни с чем не соизмерим, а, наверное, труд историка, он еще и очень-очень ответственен перед поколениями. Перед вами стоит непростая задача обсудить те проблемы, которые стоят не только перед предметом, но и перед республикой, перед страной, потому что вы – это частичка большого учительского корпуса, который эти вопросы изучает. С приветственным словом выступили и представители Института международных отношений КФУ, директор института Рамиль Хайрутдинов и член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, директор Высшей школы исторических наук и всемирного культурного наследия Айрат Сиддиков. На мероприятии ректоры КФУ и Государственного академического университета гуманитарных наук заключили соглашение о сотрудничестве. Денисом Фоминым Ниловым было предложено ввести в 11 классе селективный курс региональной истории. Этот же курс должен быть продолжен на первом курсе университета. Мы нуждаемся в вашей поддержке, особенно в вопросах подготовки учебных программ для подфака, то есть именно для иностранных студентов, каковы только в стенах Казанского федерального университета сегодня порядка 7 тысяч обучается из 94 стран мира. И все, что вы говорили сегодня, конечно же, это необходимо делать. Далее на съезде были обсуждены актуальные вопросы педагогики в направлении истории и общества знания. Экспертами выступили представители комиссии по ЕГЭ, Министерства образования и науки Республики Татарстан, Всероссийской ассоциации учителей истории и общества знания, Казанского федерального университета и Института развития образования Республики Татарстан. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.